Всем доброго дня. Приехал к маме, хочу сегодня приготовить вместе с мамой блинчики. Сейчас вам покажу, что купил, потому что много зрителей писало о том, чтобы показать рецепт мамы. Вот, кстати, я не делал никакие процедуры, это я только побрился, если кто-то будет что-то писать и говорить. Сейчас вам покажу, что я купил. Самвел приехал, что-то там с книгами своими разбирается. И попробуем с мамой сделать блинчики, потому что началась уже масленица, целую неделю будет. Сейчас попробуем сделать, не знаю, что получится, с творогом сделаем. Так, покажу. А ты вот такое масло покупал? Тульченко? Не, я другое. Что-то я взял в АТБ, потому что мама сказала, что уже масла нету. Я брал сильно. Уже вроде 4 пачки брал, уже нема масла. А, так что у меня ушел на поливу. Та бананы опять купил, потому что вчера бабушка побачила, что остался один банан, и, кажу, так быстро съели. Ты вчерашнего кусочек остался, видишь? Вы уже съели все? Конечно. Але вкусно получилось, класс. Ну, тут много изюма внутри. Ну, что такой рецепт есть? Включи свет, пожалуйста. Молоко простоквашино. Вот это, кстати, очень хорошее молоко. Я не знаю, что вы такое не покупаете. Мама посмотрела передачу сегодня и говорит, что больше не будет в магазине покупать. Говорят, что молоко все делают с кокосового масла. Да не. Да, и говорят, творог так само, что в магазине. Ну, мама сегодня смотрела. Это Ольга Мартынова, видите, та, которая это, на мастер-шефе. А что ты говоришь, что она самая лучшая? Вот ну, вот простоквашино, не знаю, фирма хорошая. И вот творог. Он, кстати, был вот этот творог, кому надо сейчас в АТБ. По скидке, вот 0,2%, он вообще не жирный, по-моему, чи 28, чи 29 гривень, но тут 400 грамм, вот я взял, получается, 4 упаковки, так что где-то было 1,5 грамма. Это вот такие вот бублики, а это посуду мыть, потому что вчера у вас не было, тут сегодня купили. А ты знаешь, если бы позвонили до этой женщины, когда мы молоко каждый раз берем, она говорит, что так молоко разбирают, что надо заказывать творог. И сметану она не успевает делать, молоко моментов все разбирает. Так а что вы не заказываете? Мы на завтра заказали и нельзя больше брать, только она дает 3 литра, больше не дает, потому что люди каждый день к ней звонят и заказывают. Так а зачем им больше, что фабрика? Нет, ну, вообще она говорит, что есть такие, что берут и больше, она говорит только 3 литра, она говорит, что она не успевает творог делать и сметану. Все, ну 3 литра хватит с головой. Что молоко разбирает. А ты понюхай, какие грибы классные. Это ж мороженое было кукуруза, да? А грибочки понюхай, какие классные. Сейчас я пойду. Я ж хочу покушать. А где мама? А, это уже вы цветок пересадили. Ты купил одинаковый, да? Только что вот это, видишь, выше. А, да, а это немножко ниже. И так как бы горшок получается, видишь. Ага. Мам, пойдем блинчики делать? Да. Ты подивись, я там уже все купив на блины. Я сегодня воем блинчики сделал. Костя. Масло, творог я взял и молоко. Да, молоко есть, но сегодня... Светлана, ну расскажи Коляне, ты сегодня смотрела. Коляне говорит, что все равно молоко, простоквашино, молоко все равно делает. На пальмовом масле. Не, ну простоквашино хорошее молоко, что я не знаю. Не, ну я согласна, но говорят, что сейчас самое лучшее молоко, это только домашнее. А тата сказал не на пальмовом, а на кокосовом. На пальмовом масле. Я смотрела видео одного человека, и он говорит, что его постоянно удаляют, он говорит, что только на хорошее, сейчас таких уже молоках такого нет настоящего. А есть-то что съесть? Есть, грибочки сделала, пожарила, кукуруза, есть еще салат сделала, в холодильнике есть. Ну, я сегодня купил селедку. Есть рыбка, селедка, если хотите, рыбка, селедка есть. И копченая. Копченая. Савел, пойдем покушаем. Не хочу есть. Пойдем, там есть кукурузу, мама сварила. Не хочу, ну, 2 часа надо что-то покушать. Пойдем, а я буду потом блинчики делать. А что, зачем ты опять книги перебираешь? Да надо мне кое-что найти. Как? Зрительница что отдала, там надо какие-то найти отдать. А, какую-то книгу? Да. Я лежала тут, смотри, вот здесь. Там мои книги, там не будет. Вот там может быть. Не, вот здесь она. Как чтоб ты держала в руках. Ты кушать будешь? Что? А пошли кукурузу. Пошли поешь 5 минут, потом переберешь. Не хочу. Ты ж уже не уезжаешь. Я хочу сделать, потом я так не могу. Цива, пошли поешь. Что? Что?
Яка градиця? Це творог. Традиція написана, традиція. Творог президент, он такой, видишь, 0,2% по 30 гривен, 28 чи 29 упаковка. ВТБ продають. Масло, турчинка. Тульчинка. Це що? Сейчас будем блинчики делать. А це що? Нам пить, як тут собака нарисована. Та не собака, це кот. Ні. Та фірма така просто, просто квашена називається. Надо. А це бублики. Зараз переложимо молоко, да будемо кушати, покушаємо. І будемо робити. Блінчики. Що, що? Сніг пролітає. Вот это хороший творог традиции. Сейчас покушаем и будем делать. Что это? А что вы есть, Ольга Леонидовна? А, клубника. Коля, что вы будете делать? Блинчики вам буду показывать. Так, это для начинки сюда. Я творога, сейчас возьму. А какие блинчики, Света? Ну, сегодня сделаем блинчики, какие мне очень понравились. Да и Коля пробовал, ему понравилось. Такие еще вчера мы поили? Да. А, попырышки там эти? Да, попырышки. Сейчас я вам. А вот этим пользуетесь, Свет, чи не? А? Вот этим пользуетесь? Пользуемся, но сейчас никто не пьет. Купила, у меня есть, я говорю, Коля мне тоже говорил. Может, это ставим в сторону, а папа говорит, что он не вывезет. Нам понадобится еще масло. Сахар. Сейчас минуточку. Сахар возьму. Соль. Ре, да? Что-что? Подсолнечное масло. Чи погасло. Туди он зібіч. Внизу возьму. Вы знаете, что у вас на кофте написано, Ольга Леонтьевна? Сегодня я на букву Б. Баран. Не. Ді... На каком пляже? Это пляж. Біч – це блядь. Нет. Нет? По-разному пишется. Ой, я думаю, написано... А, написано сегодня он... Ну как это? Today on the beach. Сегодня я... Не, сегодня я на пляже. Да? О, Господи. А кто це вам футболку купил? Калюня. Калюня? Да, нет, футбол... эту футболку я купила. А что ты кажешь, это моя футболка? Это я купила. Это ты... Мы же любимой, с тобой, когда были ваучи. Для любимой свекрухи. Да, я купила ей. Оля, а Людмила просто не помнит. Она там не на букву Б написано. Бабушка не помнит, когда невестка что-то покупает. Понятно. Так, вот тут сюда футболки попроводила. Так. Мені? Гарно, сюда мастер. Да? Ой. Я? Давай, разбивай, вот, Санёк. Трица, а я пока возьму муку. Возьми. Так, подождите, вы же будете снимать часы на видео, а я что? А что вы без настроения? Кто-то готов. Что без настроения? Это ужас! Глянь, только семейная идиллия. Так. Коля надут. Нет, так подождите, рецепт отдельно будете снимать? Нет. Да я что-то нет, Света. Ну, если отдельно, то отдельно. Ну, так как вы будете снимать? Отдельно чи совместно? То есть, на каком канале? На Колином канале будет снимать этот. Я понял. Так, давай. Так, ну тогда я шо, выключаю? Не, подожди, Света, это же будет отдельно видео, так что ж ты, уже что тебе надо? На следующем ролике уже будет то, что надо. А что? Кто пользуется микроволновкой современным обществом? Это ужас, Света, ты знаешь? Как, смотри, как парень ест. Ты знаешь, что это ужасно, пользоваться микроволновкой? Я знаю, что микроволновкой, говорят, пользоваться вредно. В Японии все микроволновки, люди все выкинули, у кого есть. А у нас вроде бы только покупают.
Ну, потому що у нас умственно відстали по сравнению з Японією. Ну так а що? А як? А як, якщо воно визиває онкологію, все на світі? Ой, саме. Знаєш, сколько много всего вызывает онкологию? Ну так и одним еще. Наш воздух, вода, наше питание ну. И все прочее. Так, значит, что нам Коля, надо? Коля, ты вроде бык перед, знаешь, как сейчас буду кидаться на красную Коля, тряпку. Ну, давайте, Коля, нема настроения, гляньте, Коля без настроения будет снимать сейчас. Давай, что нам надо, снимать. На, дивись, снимай. Оля Леонтьевна, что вы блины не робите? Чи вы только ездите их? Мам, вы не хотите сделать блины? А что я буду есть? То, що приготовите, що я буду їсти. Які... Ось попробувала клубника заморожена снігом. А що, плохая, дуже вкусна? Та хороша, ну. А свіжа? Заморожена вона тече, як вода, да? Угу. Погано. Така свіжа тут прийшла. Це Свята спеціально вам підсунула. Ого, спеціально. На тобі, Боже, що мені не гоже, да? Це на вас такі корми заморожені. Ну, дайте я попробую, що. Дуже. Та ну як дресня, глянь. А ну як дресня. Холодно. А ви що хотіли, зараз клубнику свіжу? Так. Да. В цей період? Всередині я шлю. А ви бачили список ваших желаний? Мама свіжу їла. А. Мама свіжу. Ти не привіз. Ну, то ж. Бачите, як. Саме, мені так подобається. Я дуже мені подобалась на 8 марта. Что? Ролик ваш с мамой. Да? Обалденно. Я так насмеялась, за мужа не смеялась. Все-таки у тебя, наверное, талант от мамы. А какой ролик именно? Ну, когда она сидит на... Такая в одежде такой темненькой. За столом? И когда она ездила лифт вместо 14, а нажимала 1,4. А сейчас она 8 марта, сейчас я прошу. А, так это мне зрительница делает. Не, сейчас ты спасаешь. Это старый ролик, да. Смонтированный, да. А, ну да, я говорю, ну я вот так, я уже говорю, я с таким настроением шла, у меня, говорю, так болела спина, все, я стала, включила этот, ну, и так смеялась. Вот смехотерапия. Так, Коля, добрый, господи, вынеси этого попугая, какой-то сумасшедший дом. А кто тебе будет свечать, как ты попугай? Да я не знаю, это ужас.